Беременность по неделям, развитие и ощущения. О своей беременности женщина даже и не подозревает. Никакие анализы или УЗИ-исследования ее не показывают. Дело в том, что акушеры-гинекологи начинают вести отсчет строка, уже с первого дня начала последней менструации. Длится этот прекрасный период в норме 40 недель, и каждая из них по-своему незабываемая. После посещения врача, можно узнать о предстоящей дате родов. Одна неделя беременности на первой неделе с организмом женщины пока еще ничего не происходит. Все изменения связаны с ежемесячным циклом. Слизистая матки отторгает отмершие клетки и готовится к выработке тысячи других. Именно в этот период начинает созревать яйцеклетка, от которой зависит будущая беременность. Календарь развития беременности по неделям. 1-2 неделя, плода пока фактически еще нет. Есть только незрелая яйцеклетка. Она созреет только в конце второй недели. Видеогид. 1 неделя. Планирование беременности. 3 недели происходит оплодотворение, появляется зародыш. Вначале он состоит из одной клетки, чуть больше, чем через сутки уже две клетки, затем еще больше, на 7-е сутки их уже 100. Видеогид. 3 недели. Определение беременности. 4 недели, эмбрион развивается очень быстро. Особыми ворсинками он имплантировал в матку. Именно на этой неделе закладываются жизненно необходимые органы будущего малыша. Видеогид. 4 недели. Как сказать мужу? 5 недель, формируется щитовидная железа, очень важно, чтобы у мамы не было недостатка йода в организме. Сердце и сердечно-сосудистая система. Дыхательные пути. Видеогид. 5 недель. Становимся на учет 6 недель, формируется нос, уши, если верить исследователям, будущий ребенок уже может улавливать звуки. Закладываются в развитие глаза, они пока с виду похожи на две черные точки. Видеогид. 6 недель. Побочные эффекты. 7 недель. Развивается костная ткань и закладываются зачатки молочных зубов. У плода есть ручки и ножки, он уже может их сгибать. Уже с этой недели малыш реагирует на психологическое состояние мамы, может ощущать стресс. Видеогид. 7 недель. Внематочная беременность. 8 недель. У плода появились пальчики. Формируется сердце и почка. У девочек формируются яичники, а у мальчиков яички. Кровь уже разделяется на венозную и артериальную. Малыш может ощущать тепло или холод. Хвостика почти уже нет. Видеогид. 8 недель. Физкультура при беременности. 9 недель. Уже можно различить мочки ушей и губы. Малыш может заглатывать окружающую его жидкость. Ручки и ножки становятся длиннее, уже формируются ноготки. Начинает развиваться мозжечок. Видеогид. 9 недель. Питание в начале беременности 10 недель. Будущий малыш развивается очень быстро. Он уже может слегка пинаться и подтягиваться. Все жизненно необходимые органы сформировались и начинают стремительно развиваться. Уже можно определить пол ребенка и его группу крови. Тельце покрылось пушком. Скелет становится все тверже. Видеогид. 10 недель. Перепады настроения. 11 недель, а малыша уже есть шейка, он может поднимать голову. Пальчики разделились и развиваются. Он уже может различать запахи и чувствовать вкус околоплодных вод. Появилась прямая кишка. Большую роль в развитии играет печень. Видеогид. 11 недель. Скрининг первого триместра. 12 недель. Лицо уже полностью напоминает маленького человечка. Будущий ребенок может морщиться, открывать и закрывать глаза, сосать палец, тренироваться в дыхательных рефлексах. Ноготки формируются уже с правильной стороны, на пальчиках уже есть отпечатки. Первое шевеление плода, первое шевеление. Слишком чувствительные женщины могут почувствовать еще на 12 неделе беременности. Но также их легко спутать с движением газов по кишечнику. Это незабываемое и непередаваемое ощущение, если беременность не первая, уже настоящие первые толчки мама почувствует на 15 неделе. Беременным первенцами повезло меньше, им следует набраться терпения до 20 недель более подробно, а в первом УЗИ исследовании. В таблицах развития плода можно узнать из этой статьи УЗИ при беременности, показания, сроки проведения, нормы развития плода. Вес плода по неделям беременности. Вес плода можно отследить при помощи УЗИ. Это очень важный критерий для определения аномалий в развитии будущего малыша. В
самом начале своего развития он не весит даже 1 грамма. Все данные в таблице приблизительные и могут иметь незначительные отклонения. 4 недели – 0,5 грамм 5 недель, 0,8 грамм 6 недель, 0,9 грамм 7 недель, 1 грамм 8 недель, 1,5 грамма 9 недель. 2 грамма 10 недель, 4 грамма 11 недель, 8 грамм 12 недель, 14 грамм нормы развития плода по неделям. Большое значение имеют показатели роста и развития малыша в утробе матери. Сравнивая их с показателями нормы, доктор может вовремя выявить патологии или отставание в развитии. Также по этим данным можно определить срок беременности. Очень важно не пропускать все плановые посещения специалиста и обследования. Размер плода по неделям в сравнении с семенами, фруктами. Для того, чтобы представить, какого размера плод в начале беременности, можно сравнить его с семенами, овощами и фруктами 4 недели. Маковое зернышко 5 недель, зернышко кунжута 6 недель, перчинка 7 недель, фасоль 8 недель, виноград 9 недель. Вишня 10 недель, клубника 11 недель, лайм 12 недель, лимон длина плода по неделям. 4 недели 1 мм 5 недель, 1,5 мм 6 недель, 4 мм 7 недель, 13 мм 8 недель, 20 мм 9 недель, 30 мм 10 недель. 42 мм 11 недель, 60 мм 12 недель, 61 мм вес ребенка по размерам живота. Определить вес ребенка можно на УЗИ исследований, а также по размеру живота мамы. Следует измерить, на уровне пупка, окружность живота, знать высоту стояния дна матки и умножить эти две величины друг на друга. Окружность головы плода по неделям. Окружность головы определяется на плановом УЗИ. Измерять ее начинают во втором триместре с 14 недели беременности. Это значение играет большую роль в оценке развития малыша. Сердцебиение плода по неделям. Почти с самого момента зачатия у малыша начинает биться сердечко. В начале своего развития это практически неслышные сокращения. Уже в 7 недели увидеть, как бьется сердечко плода, можно при помощи УЗИ. Именно по частоте сердцебиения опытный врач может установить срок беременности и какого пола будет будущий малыш. До 6 недель сердце бьется не чаще 80 ударов в минуту, в 6-8 недель его ритм ускоряется до 159 ударов, на 9 недель еще быстрее. От 170 до 190 ударов с 10-11 недель сердечный ритм уже нормализуется и составляет 165 ударов с 14 недель, и до самых родов. Частота сердечных сокращений составляет 157 ударов в минуту, норма сердцебиения плода по неделям. Нормы сердцебиения плода очень важны для диагностирования каких-либо отклонений в развитии. Также они могут сигнализировать и о гипоксии. Если у женщины созрели две яйцеклетки и прошло их оплодотворение, тогда наступает многоплодная беременность. 1-12 недель – токсикоз наступает немного раньше, чем при беременности одним малышом. Точно определить беременность двойней можно только при помощи УЗИ аппаратуры. Малыши за это время развиваются и прикрепляются к полости матки. Этот период очень важен, так как риск выкидыша увеличивается вдвое расположение плода в животе. На первых неделях беременности плоду очень просторно в мамином животе. Он может постоянно менять свое положение. Только в третьем триместре малыш займет свое основное предлежание. Прибавка плода, малыш стремительно растет и развивается. В самом начале беременности прибавка в весе незначительная. С 8 до 12 недель плод набирает от 1 до 10 грамм каждую неделю. Немного позже он быстро начнет готовиться к выходу в свет.